Это где-то была утечка, скорее всего. Дрязги, склоки, доступ к рыночным деньгам. Это огромный шаг вперед. Всем привет! У нас очередной выпуск «Не один дома». Сегодня в заточении томится вместе с нами бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус. Человек, который для этого клуба сделал совсем не так мало, как это сейчас пытаются подать. С Ильей всегда интересно поговорить и о бизнесе, и о свободном времени, но свободного времени сейчас слишком много, чтобы только о нем рассуждать. Илья, приветствую! Весь этот коронавирус повлиял на ваши планы жизненные? Потому что рассказывают, что вирус затронул всех, без исключения жителей земного шара. Ну, я думаю, как у всех, у меня часть планов перенеслась, часть планов остановилась. И то, что можно, я перенес с коллегами в онлайн, мы созваниваемся, мы ждем уже окончания недуга. Но я видел, кстати, что вы вот в Твиттере практически все темы, которые вы поднимаете, они связаны именно с этим. Вы следите очень пристально за тем, когда это все должно закончиться. Ну, во-первых, естественно, мне, как любому человеку, хочется понимать, когда, ну, вообще понимать, что происходит, что с нами происходит. Как такое могло случиться, что в 21 веке, в 2020 году на нас внезапно, откуда ни возьмись, из-под земли набросилось какое-то бедствие, и мы не понимаем, когда это закончится, что делать. И наша наука, во всесилие, которой мы верим, нам пока говорит, ну вы руки мойте и дома сидите. Ну, в общем-то, это такой достаточно средневековый рецепт борьбы с эпидемиями. Да. Хочется понимать, что происходит. Поэтому, конечно, начинаешь вникать, как-то анализировать ситуацию. Тем более, что статистика сейчас доступно онлайн, и ты можешь там делать какие-то свои выводы. Ну, я свои выводы сделал, там свой прогноз опубликовал. В России ситуация пойдет на спад со всей этой напастью где-то в первых числах мая. Ну, вот, и к концу мая вздохнем с большим облегчением. Да. А что делает ваш зайчик? Сидит на окне, смотрит на Новодевичий пруд. Я бы повернул камеру, чтобы вам показать Новодевичий пруд, но я боюсь, что я потом на место не поставлю. Вы неужели ни один старый матч не посмотрели? Все же смотрят. Чемпионат мира позапрошлый, много матчей в Бразилии. Прошлый немножечко посмотрел. Посмотрел финал Лиги чемпионов парочку. Зенитовских матчей много пересмотрел, да. Динамо Бавария 4-0 домашний 2008 года, да. Через неделю еще один зенитовский матч, годовщина, 2 года исполнилось одному зенитовскому матчу, который вы наверняка пересматривали. Это «Локомотив» «Зенит» 5 мая. Нет, пока не пересматривал, как раз и отложил, наверное, на десерт, на сладкое. Я помню ваше состояние после того финала. Я совсем в маленьких пределах раскрою, что вы были взволнованы немножко и сконфужены тем фактом, что это произошло, вот этот ваш персональный, личный и командный триумф произошел именно в игре против «Зенита». Вы действительно тогда это остро переживали? Ну, это, да, это такая, это драма, это прям тяжелое переживание. Ну, не тяжелое, скажем, а такое большое переживание. Это большое переживание. Играть против своего клуба и выигрывать у него, и выигрывать в решающем матче за золото, это сценарий, это прям сюжет, как говорили в фильме. Москва слезам не верит. Ну, она, в общем-то, и, может быть, не полностью поверила тогда. Но, хотя, вряд. Если вы помните, даже Гарик не сдержался, уж на что, железный человек. Справедливо ли, что «Зениту» сейчас вот вроде как хотят присудить досрочно чемпионский титул, чемпионат прерывать, зафиксировать команды клуба на тех местах, на каких они есть, и думать уже о будущем? Я рискнул на себя смело взять, сказать им, что это справедливо, потому что сейчас вообще все сферы деятельности выходят за пределы уже футбольной справедливости. Что вы считаете по этому поводу? Если до такого дойдет, да, если нам скажут, что возобновить чемпионат невозможно по каким-то причинам, хотя я на самом деле не вижу таких причин, мне кажется, что это абсолютно возможно, это нужно делать, это необходимо. Но если, да, нам скажут, что нет, вот никак не получается, то в этой ситуации, соответственно, у нас 2 варианта. Обнулять чемпионат,
и либо присуждать чемпионство команде, которая набрала больше всех очков. В нашей конкретной ситуации я считаю, что, конечно, безусловно, «Зениту» надо додать золотые медали, потому что он бесспорно лидирует, и сыграно большинство матчей, сыграно равное количество матчей для всех. И в этой ситуации, ну, кто может сказать, что у него были бы шансы за оставшиеся 8 туров его догнать? Я думаю, что, честно, положа руку на сердце, никто так не может сказать. Поэтому тут, мне кажется, двух мнений быть не может. Это абсолютно решение. Но, повторюсь, я бы все-таки доиграл, потому что есть много интриг ниже строчкой. Но, тем не менее, это вполне достаточно, чтобы, да, проиграть. Во-первых, во-вторых, нужно для того, чтобы сохранять игру, сохранять зрителей, нужно играть. Стоит ли все-таки тратить время уже о том, чтобы наверстать упущенное, когда на самом-то деле полно актуальных вопросов, связанных с новыми сезонами, с новым сезоном, который тоже непонятно, когда начнется, в каком формате пройдет. Стоит. Сейчас такая пауза была, что чем больше мы будем играть, тем больше мы про свою игру будем, о своем бизнесе напоминать, тем больше мы сохраним зрителей. Потому что если мы так надолго уйдем с радаров, да, там будут люди играть в электронные игры. Будут смотреть другие чемпионаты. Еще раз, это конкурентный рынок. Мы должны быть на рынке. Мы должны предлагать себя. То есть мы сэкономим время там, и отдохнем. Можно так навсегда отдохнуть. Понимаете? Там, остаться без работы. Я банально говорю, но все-таки наш работодатель – это зритель. Да, это не надо забывать. Да, помимо государства, которое там участвует в жизни многих клубов, все-таки зритель – это ради кого мы играем. Поэтому ради них нам нужно играть, безусловно. Ну, а некоторым-то клубам есть что терять? Ну, допустим, «Зениту» есть что терять, «Спартаку» есть что терять, «Локомотиву», в том числе и вашими молитвами, есть что терять. А в Тамбову что терять? Ни дома, ни зрителей, ничего? Ну, я бы не принижал все-таки, нет. У них, может быть, нет зрителей на трибунах, потому что они играют не дома. Но я думаю, что в Тамбове следят за своей командой. И у них все-таки аудитория. Она, может быть, небольшая, да, но пренебрегать ей не стоит. И вот, это первый момент. Второй момент, если «Зенит» будет и там «Спартак», «Локомотив» смотреть на эти маленькие клубы там какой-то снисходительный, то в итоге с кем они будут играть? Если из трех человек чемпионат-то не выстроить. То есть в чемпионате важны именно вот 16 команд, потому что они составляют шоу. Сейчас очень многих возмутила позиция УЕФА, ну, в частности Чеферина, что он сказал, решайте в ассоциации все свои проблемы сами, а мы, ну, он не то чтобы так напрямую сказал, но намекал, и в том числе еще до развития пандемии, уж когда совсем она вошла в рост, он сказал, что мы рекомендуем всем завершать, там, играть и так далее, а дальше уже там по ситуации разберемся, кто останется под нашей эгидой, кто будет участвовать в наших соревнованиях. Многие сочли это цинизмом, но они слишком ли много требуют в этой ситуации с УЕФА? Ну, это первое, да, я соглашусь с вами. Конечно, матч от УЕФА многие, не все, но многие, да, ждут каких-то спасительных, инструкций, да, вот где находится, простите меня, спасательный круг, где плавательный жилет, где свисток, да. Но тут ситуация такая, УЕФА больше совещательный орган, намного больше, чем принято считать. Потому что УЕФА владеет огромными большими турнирами Евро и Лига Чемпионов и Лига Европы. Это не означает, что они должны решать все, абсолютно все проблемы всех футбольных сообществ. Все-таки футбол развивался как самоуправляемая общественная, да, общественная структура. И мы, конечно, должны решать самостоятельно, что для нас важно, что для нас не важно, что для нас приоритет. Вот. И очень много, и поэтому эти вопросы, конечно, отданы, точнее, не отданы, а возвращены те вопросы, которые задаются обратно в лиге и федерации. Там, друзья, вы там ближе находитесь, вы, конечно, решаете сами. Вот. И насколько мы можем, все решают. Кто-то торопится, как Голландия. Французское правительство очень, на мой взгляд, плохой пример всем подала. Очень скоропалительное решение отменить весь футбол аж до 1 сентября. А как они Еврокубки собираются доигрывать, в которых в Лиге Чемпионов два французских клуба продолжают участвовать? Что они скажут французскому народу? Нам не интересно, в Лиге Чемпионов не участвуем. Даже если к 1 августа, допустим, все закончится. То есть пандемии всего 2 месяца. До 1 сентября, который они говорят, еще 4 месяца. Насколько точно они прям
убеждены, что это именно до сентября продлится. Ну, вот мне кажется, это очень неправильное решение. Ну, дату 1 сентября придумали даже не французы, ее первыми выбросили в эфир голландцы. Их премьер сказал о том, что до 1 сентября вообще ничего нельзя проводить. Это было буквально там за 3 дня до вчерашнего заявления Франции. То есть, возможно, это какое-то коллаборационное решение? Возможно. Но смотрите, я бы под эту гребенку бы не стал бы вот все мероприятия, да, вот относить. Потому что все-таки футбол, когда мы говорим, мы всего-навсего, да, о чем просят клубы, лиги и ассоциации. О том, чтобы им дали возможность играть между собой в закрытом режиме. То есть люди садятся на карантин, сдают анализ, садятся на карантин, сдают еще раз анализ. То есть тройной контроль, 3 раза, мышь не проскочит. И взрослые, здоровые мужчины между собой, да, в закрытом каком-то режиме играют, в общем, на свежем воздухе. Да. Даже если кто-то, не дай бог, там заболеет из них, но какой риск они нанесут обществу? То есть плюсы мы видим, очевидно, это все будут смотреть, у всех поднимется настроение, у всех поднимется качество жизни, потому что все-таки многие любят футбол, да, но не у всех, но очень у многих. А минусы мы рискуем здоровьем, отчасти здоровьем. Кто-то заболеет, ну, не дай бог. Но кто? Один из участников. Но это максимум. Это максимум. Это абсолютно несопоставимые плюсы и минусы. Конечно, надо рисковать, надо играть. На мой взгляд, безусловно. А правильно ли я понимаю, что как подпись под вот эту реплику сейчас вашу, это был ваш чуть ли не вчерашний, что ли, твит? Вы поинтересовались вдруг, какое количество профессиональных спортсменов действительно заразилось коронавирусом? Нет, заразилось много, но кто его тяжело переносил, очень мало практически. Ну, таких случаев нет. Тот, кто действительно лежал в больнице с осложнением, 1 человек, да, 2. Из 100 тысяч профессиональных спортсменов, профессиональных футболистов в Европе. 100 тысяч. И, насколько я знаю, никто не погиб. То есть о чем мы говорим? Что все-таки это не группа риска. Это совсем не группа риска. И если из них под контролем врачей они проведут эти матчи, да, то есть мы все получим плюсы, они получат плюсы, они сохранят работу. Они сохранят работу огромной индустрии, да. И они действительно приносят людям то удовлетворение от игры, которое, ту радость, которую, в общем-то, люди, честно говоря, в которой они нуждаются, сидя сейчас дома. Ну вот смотрите, Голландия, Франция потащились в одну сторону, а Швеция заявляет о том, что они чуть ли не со зрителями собираются начинать в июне. Очень много сейчас раздвоений, это откровенно. А, да, собственно, верно. Германия. Германия, которая уже там уже написала вот такой вот прейскурант, что они должны делать и как, в какой последовательности. А вы сами знаете, что немцы, они 7 раз отмерят, потом 1 раз отрежут и все. И они будут делать так, как они решили. Абсолютно. И посмотрите, как они проходили эпидемию. Довольно легко, если сравнивать с южными соседями, да? По Евросоюзу. Вот. И, то есть они понимают, что делают. Если немцы говорят, что это они могут, ну, я думаю, это пример для всех, как минимум задуматься. С точки зрения немцев, у меня других примеров не находится, кроме как один, виденный на автобане, когда передо мной возникла пробка, появилось табло, пожалуйста, одни вправо, другие влево. И все вместо того, чтобы по-нашему, по-русски вот это все вот так вот объезжать и пытаться быть первым, прижались тут же один вправо, другой влево. Посередине проехала Rettungsdienst, скорая помощь, пожарные, полиция. Через полчаса пробки не было, все поехали дальше. Вот. В футболе они тоже дадут сейчас всему футбольному сообществу пример. И мы после первого тура Бундеслиги возобновляем. Покажем на них, скажем, ну смотрите, можно же. Ну да, я тоже надеюсь, но я на самом деле, вот приводя пример Швеции, там, Германии и противопоставляя его Франции и Голландии, я-то говорил о расколе, который, возможно, неминуем в связи с всей этой ситуацией. И мы увидим те самые турниры, о которых много уже лет говорили, как крутые, когда будут биться друг с другом за большие деньги, а все остальные останутся в стороне, разыгрывают там свои более жалкие чемпионаты. Вот не к этому ли все это придет через год? Тем более вот уже Дания, Мюнхен уже сказали, что они на Евро вроде как уже не претендуют, хотя казалось бы, почему Мюнхен? В чем проблема Мюнхена? Там земля Бавария очень оперативно всегда решала все вопросы, связанные с пандемией. То есть все как-то вот заколебалась почва, и кажется, что все привычные нам форматы соревнований действительно уже под угрозой, и что мы не узнаем футбол через полгода. Конечно, сейчас турбулентность высокая, да, во всей экономике, в общественной жизни, во всем, к чему мы привыкли, да. Если бы год назад нам с вами сказали, что мы спокойно, что
все люди во всем мире будут сидеть дома, никто бы не поверил. Просто это не, это представить себе там, вот даже сейчас оглядываясь, что мы уже месяц вот там с лишним сидим, это, конечно, сердце холодеет, да, ну, не может быть. Конечно, все изменится, да, но вот все-таки, я думаю, фундаментальных каких-то изменений не будет, да, то есть какие-то турниры могут быть, стать более значимыми. И тут чем, опять же, хороший шаг Бундеслиги? Тем, что Бундеслига себя о себе заявляет как о первом возобновившемся, и к ней будет приковано все внимание, всего человечества. Но я не сомневаюсь, всех любителей футбола, они соберут все сливки. Ну, что еще смотреть? Ну, скажите, ну, мы будем смотреть с вами? Но я прям буду ждать. Вы знаете игроков, пока смотрите белорусскую лигу или там какую еще, вы не знаете, что это. Ну, там, часть команды, я первый раз уже знаю, что они существуют. Да, уже да, но... В Бундеслиге вы знаете игроков изначально, знаете основные команды, там, ну, большинство, знаете, по составу, поэтому, ну, не большинство, там, половина. И если говорить о Беларуси, это что-то такое, там, знаете, там, экзотика, то в Бундеслиге это вот оно. Это в Лиге Чемпионского некоторые уровни будут матчи. Конечно, мы все будем смотреть. Поэтому я думаю как раз, что премьер-лига английская, она тоже возобновится, безусловно. Они сейчас на все пойдут, но они сыграют. Потому что, повторюсь, еще раз, если смотреть в корень, то угрозы безопасности общества я не вижу. Если кто-то видит, ну, пусть объяснят, почему это опасно. А немцы, они еще дальше идут. Вот глава правления Дюссельдорфской «Фортуны», он уже поднял такой вопрос в воздух, как потолок зарплат. То, о чем давно говорили, мечтали большевики, оно может стать реальностью, потому что так сказал немец. Понятно, что они там еще могут долго-долго этот вопрос решать, и сейчас это могут быть только популистские высказывания, но, тем не менее, это уже прозвучало. Следом могут прозвучать идеи об отмене агентских выплат. Как вы думаете, насколько это реальность? Ну вот если бы этот голос звучал бы из клуба такого, как Бавария, я бы это очень, очень серьезно воспринял. Но все-таки Фортуна, Дюссельдорф, при всем моем уважении, мы знаем, что это команда «Лифт», она то здесь, то там, и все их инициативы, но они немножко несерьезно будут восприниматься. Это первое соображение. Второе соображение, все-таки потолок зарплат – это инструмент, который применяется в конкретной обстановке в Соединенных Штатах Америки, где вообще изобрели вот эту философию выравнивания шансов. То есть как бы хорошо команда не сыграла, на следующий сезон лига искусственно делает все, чтобы аутсайдерам дать возможность ее догнать в следующем году. То есть они получают первые номера драфта, и потолком зарплат придавливают победителя, чтобы он не за счет своего успеха не мог скупать игроков из других лиг. То есть в Америке нет, по сути, трансферов, у них есть драфт, и у них есть потолок зарплат. Из этих трех инструментов мы сейчас выборочно берем один и говорим, вот это вот он нас спасет, в нем спасение. Мы берем абсолютно другую философию, абсолютно другую экономику и оттуда привносим американский инструмент, потолок зарплат, и говорим, ну он нам сейчас поможет, давайте с ним поработать. На мой взгляд, это не выход, это так не получится, так не бывает. Вы либо копируете всю модель, вот всю целиком, но и тогда, да, пожалуйста, развлекайтесь, вот потолок зарплат, все знают, как его применять. Если там вы берете футбольный рынок трансферами, да, с отсутствием ограничений там иных, потолок зарплат, ну, как, я не представляю, как можно уравнять Баварию, Мюнхен, там, Мюнхен-Гладбах, там, допустим, и Фортуна Дюссельдорф. Вот как можно единый накрыть их? В чем они одинаковы? В чем еще они похожи? Ну, наверное, по тому же принципу, который примеряли на себя американские клубы из МЛС, когда приезжал Дэвид Бекхэм в Galaxy, получал 5 миллионов в год, условно, да, а рядом с ним в раздевалке сидел парень местный, который получал 100 тысяч долларов в год. Возможно, кто-то будет важнее и главнее. Это называется маркетплеер в Австралии, например, когда одному позволено получать больше. Безусловно, есть там статус суперзвезд, да, все-таки еще раз обращаюсь к МЛС, но тем не менее, МЛС развивалась изначально, она запускалась лигой, да, и как это работает, что они на все крупные территории в стране с населением большим, они открывают франшизы, развивают там франшизы, вот, а в Европе ровно наоборот, там, вот то, что мы называем спортивным принципом, когда снизу прибиваются к лучшие, остаются наверху лучшие, худшие уходят обратно в низшие лиги.
Так в Америке этого ничего нет, лиги закрыты, никто никуда не выбывает, никто ниоткуда не приходит. Вот они так в России уже тоже, вон Пряткин же сказал с Алаевым, тоже уже никто никуда не выбывает. Ну, это отчасти уникальная ситуация, хотя вызывает, конечно, вопросы, и я, честно говоря, не сторонник этого решения, мне оно не нравится. Потому что оно приведет к отсутствию сейчас интриги в оставшихся 8 турах чемпионата, если они будут сыграны, мы верим, что они будут. То есть сейчас непонятно, чем вообще будут заниматься команды второй половины турнирной таблицы в матчах между собой. Вот что им делать сейчас? Это сейчас, а вообще, если опять же там посмотреть на несколько месяцев, может быть, на пару лет вперед. Но вы же, как человек, который, по сути дела, провел агрессивный маркетинг в «Локомотиве», почему бы это не создать возможность для того, чтобы та же ФНЛ шагнула бы тоже вперед с точки зрения самораскрутки, на какое-то время обмен между лигами прекратился, потому что как? Эти никто не вылетают, эти не вылетают по одним причинам, эти по другим. Другие не хотят влетать. У одних нет денег, у других нет инфраструктуры, еще чего-то. Пожалуйста, создайте твердую лигу, устройте в ней свои соревнования, которые будут престижным, чемпионат ФНЛ, с плей-офф, со всеми там причитающимися ковришками, со зрительским интересом. Раскрутите интерес к футболу хотя бы на этом уровне. Может быть, стоит прекратить этот обмен между лигами хотя бы ненадолго, пока все не придут к общему? Вы знаете, да, на самом деле звучит интересно. Вот это прям сложная работа нужно проделать, чтобы добиться успеха вот в такой ситуации. Но я бы не отметал эту мысль сразу, она звучит разумно, на самом деле. Почему нет? Такое нормально. Можно как минимум исследовать. Я не говорю, что обязательно это надо бежать и внедрять, но поисследовать это, порассуждать на эту тему, прикинуть. Но это надо хорошо очень подумать о бренде, да, ФНЛ. И вот это вообще тогда нас переводит в плоскость рассуждения о бренде, о ценности футбола для людей в России. А что мы даем, а что мы не даем, да, какие ожидания мы оправдываем, а какие ожидания мы обманываем, да, и это большой разговор, на самом деле. Особенно сейчас об этом есть время поговорить, когда идет вовсю разговор о том, что хватит жить на государственные деньги футбольным клубом, вовсю. Отчасти коллективный разговор, да, я все-таки считаю, что есть доля популизма в этом, но, тем не менее, как начало разговора, почему нет? Можно подумать, да, давайте порассуждаем все, хватит жить на государственные деньги, замечательно, тогда на какие деньги жить? Ну, понятно, что жить все равно надо на какие-то деньги, да, очевидно. Это надо. Очевидно, если, то есть, нам предлагается начать зарабатывать на рынке. Давайте-то всю посмотрим, а что мы сможем зарабатывать на рынке, и что для этого мы должны делать, и что для этого, какой должен быть рынок. Вот просуждать на тему телевидения, насколько оно не живет на государственные деньги. Да? Мы же связаны с телевидением, наш спорт же по телевизору большинство людей потребляет. Если мы говорим, что мы исключительно рыночная структура, как футбол, к примеру, или стремимся к этому, то тогда нам нужны рыночные партнеры в медиа-среде. А что у нас сейчас в медиа-среде с рыночными партнерами? Насколько они хорошо представлены? Кто из них может действительно быть таким проводником, да, футбола и нас как зрелище? Мы создаем замечательный продукт. Допустим, мы научимся великолепно снимать, лучше всех в мире, к примеру, или так же, как во всем мире. А кто сможет нам доступ к рыночным деньгам обеспечить из медийных больших операторов? Вот это вопрос. Давайте порассуждаем эту тему. Давайте, с удовольствием. А тем более, что вы опять же поднимали, по-моему, уже в какой-то другой своей сети, в Инстаграме, что ли, про то, что все уходит в онлайн, и это, кстати, естественно, было еще до пандемии. Но сейчас уже ушло, как вот оно все вернется из этого онлайна, хоть чуть-чуть вернется, в барах продолжит смотреть футбол? Не отвечаю ни разу а сердцем, но как можно без баров жить вообще? Я не понимаю. То есть, наверное, будет какое-то социальное дистанцирование теперь частью нашей жизни обыденной какое-то время, да, если не навсегда, то на какое-то время, да, пока мы не привыкнем, у нас новый вирус появился. Теперь это часть нашей жизни. Но все-таки бары, мне кажется, будут. И смотрение футбола вот в плотной, в тесной толпе, наверное, сейчас отойдет как-то немножко назад, и на стадионах же то же самое, там же нет социальной дистанции. Сидение воткнутое, простите меня, вот так. Что с этим делать? Будут сажать через ряд, через место? Это большой вопрос. Как вернуться в состояние
То есть у нас сейчас, по сути, два скачка. Первое – начать играть без зрителей. И если мы отстоим, да, это свое право, и продемонстрируем на деле, что это безопасно, да, это будет первый большой шаг. Второй шаг, да, большой, это возвращение зрителей на трибуны. И это прямо, это будет намного более сложная проблема, потому что они будут сталкиваться в местах досмотра, безусловно. Ну, так что сейчас дизайн стадионов сделан так, что ну, они там так и стоят люди, там никто же не готовился к этому. И главное, что они сидят вместе. Или стоять, там, если стоячие трибуны. Ну, надо бы людей все-таки выпускать в бары, хоть там по очереди, хоть по одному, потому что крыши будут ехать. Уже вот, например, голкипер Крыльев Советов, Фролов, он уже всех покрошил, засушил и развесил на веревочке. И сейчас крылья его, естественно, тут же тоже в ответ оштрафовали, громко об этом заявили. Вот если бы у вас в Локомотиве или в любом другом клубе вам подвластном, кто-нибудь из игроков вдруг вот пошел бы в такую штыковую атаку, громя государство и все остальное живое. Как бы вы отреагировали? Вот смотрите, на самом деле вот повод, то, что ну, он там высказывание политически позволил себе резкие, он на самом деле не важен. Да? Тут проблемы две. Да? То есть то, что человек себе имеет политическую позицию, пусть и там, альтернативную, в этом ничего страшного нет. Ну, у нас все-таки свободная страна, каждый волен высказывать любое мнение. Другой вопрос, что все-таки футболист является сотрудником футбольного клуба. И основная тема футбольного клуба – это разговор о футболе, о своем клубе, там, об игре и так далее. И превращать его в полемическую площадку, да, ну, наверное, неправильно. Поэтому, конечно, парень должен был согласовать, а можно ли я вот на эти темы повыступаю? И на любые другие, ну, давайте там про внешнюю политику. Ну, сказать, наверное, не надо, это не наша сейчас миссия, мы не должны это вообще начинать. Это. Потому что мы приветствуем Малечко с любыми политическими взглядами. Да? Нас главное, чтобы мы футбол любили. Вот наша политика, это вот любишь футбол, не любишь футбол. А не любишь там коммунистов или любишь там Единую Россию. Вот наша дихотомия. Поэтому в этом смысле это неправильно. Все-таки давай ты это будешь делать не как футболист клуба. Вот, и тут найти, ну, вот пока ты футболист, к сожалению, наверное, не стоит это делать. Это не цензура, да, вы поймите меня правильно. Но просто человек нанимается там, работать в развлекательную компанию и отпугивает часть клиентов, да, тем, что он выражает несогласие с их политической позицией. Я вас прекрасно понял, потому что есть еще один персонаж в российском футболе, вам-то уж как знакомый, который постоянно высказывает какую-то свою позицию. Правда, он мудрый, пожилой. И никогда не выходит за рамки обсуждения так или иначе футбола. Юрий Павлович недавно сказал, наш друг... Выходит. Юрий Павлович выходит часто. И страдает, да. Мне кажется, за это. Он стоит и страдает. Он недавно сказал, что футболисты бедные люди, и их нельзя обижать. Как очевидно, он ошибся. Да, ну это ошибка. Ну, я думаю, что он имел в виду другое. Он имел в виду, что а почему начинается разговор с ним? Ну, ответ на это, а почему нет, на самом деле. Во-первых. Во-вторых, а зачем мы вообще это обсуждаем? Серьезно. Это и так болезненная тема, и она потенциально наносит большой ущерб индустрии в целом, да, с нашим облику. Поэтому надо с ней очень деликатно обратиться. Да, клубы к ним обратились, к игрокам, каждый по-своему, не все вместе решили не коллективный договор, а индивидуально проговорить возможность игрокам пойти навстречу своему клубу, помочь им, да, в этой непростой финансовой ситуации. Потому что клубы сейчас сидят без денег, ну, очевидно, без денежного дохода. Не без денег, я поправлюсь, а без денежного дохода. Говорят, ну, ребята, надо вам как-то чуть-чуть сейчас зажаться, как вы на это смотрите. Это разговор неприятный. Ну, никто не хочет обсуждать свою зарплату никогда. А тем более и футболист. Когда вы стоите между футболистом и его деньгами, это самая неприятная позиция. И тут надо, мне кажется, вот, ну, тренеру не стоит это вообще во все как-то публично, да, он может, безусловно, внутри команды разговаривать и должен разговаривать, но он не должен это делать публично. Тут, мне кажется, это ошибка. А что случилось с информационным фоном вокруг Локомотива в последний год? Как-то стало непонятно, и иногда даже стало неприятно. Так решили, так теперь формировать повестку. Я старался избежать, делать ее максимально веселой и радостной, да, то есть и позитивной.
И это труд, на самом деле. Если кто-то думает, что Диснейленду быть веселым просто 70 лет, то ему не просто. Да, но они не рассказывают про трубы, про прорвы, да, в Диснейленде, про погибших там сотрудников. Стараются максимально все-таки про Микки Маус рассказывать, про Белоснежку. Вот. И то же самое футбол. Мы должны рассказывать о футболе. То есть мы, футбольный клуб, должны рассказывать о футболе. Если клуб решает, что он может опуститься в какие-то дрязги, склоки и позволять себе высказывания о своих сотрудниках, нынешних или бывших. В итоге, конечно, все начинают воспринимать это как игру, как забава. Давайте там вокруг Локомотива очередной скандал, о, здорово. И вообще, да, идиот скандальности, он как бы накапливается. Слушайте, а вам кто-нибудь предлагал вообще, вот когда шла речь про вот эти ваши судебные все дела, неожиданно всплывшие, вам кто-нибудь предлагал мирным путем решить Локомотива? Нет. Со мной общается только адвокат и только в письменном виде, которого Локомотив нанял для этой тяжбы. Вот только он. Считаете ли вы, что если, допустим, через 2 месяца Юрий Павлович перестанет быть тренером Локомотива, что любой следующий тренер, который туда придет, он идет по миноминное поле? Это безусловно так. Потому что я не понимаю логики и резонов человека, который заступает в команду на второе место. Знаете, вы приходите в команду, которая идет на второе место, но она там ненадежно сидит. Она не с отрывом 10 очков от третьего. То есть риск, что ты можешь не удержаться на втором месте, он огромен. О чемпионате ты не знаешь ничего, если ты иностранный тренер. Ну, как бы, общее сведение. Как там все устроено, ты не понимаешь. С игроками ты не знаком. Авторитета у тебя большого нет, если мы говорим о всплывшей, да, вот этой предполагаемой кандидатуре. Это не то, что минное поле, это прям минное поле, которое еще там дополнительными какими-то затянуто там противотанковыми ежами и прочими всякими украшениями военными. Как вы считаете, вы не очень перегнули с шовинизмом, когда оценку давали? Вот, третьесортные? Марка Николич, когда давали, что он все-таки из третьесортных чемпионатов. Мне кажется, вам это не свойственно было. Наверное, чуть-чуть это, может быть, жестковато звучит, но давайте будем объективны. Все-таки первосортные чемпионаты – это Германия, Испания и Англия. Мы и Франция где-то, и Голландия, и Бельгия – это все-таки где-то второсортные, ну, плюс-минус, да, при всем уважении к нам. И, ну, все остальные, ну, да, ну, Венгрия, ну, о чем мы говорим? И Словения, ну, хорошо, да? Ну, кто когда из Венгрии, Словении куда-нибудь в Европе выходит? Да? Сборная этих стран совершенно неизвестна. Человек, в общем-то, особо нигде, если мы все-таки возвращаемся к пресловутой фигуре предполагаемого тренера, его фамилию упомянуло несколько источников, которые между собой не сильно прям общаются. Поэтому я не думаю, что это флешмоб, что все прям... Это где-то была утечка, скорее всего. Да, кто-то сказал, причем с той стороны, скорее всего, ну, какой-нибудь сербский знакомый, там, у них большие, мы знаем, большие сети знакомых, они большие семьи. Ну, тем более, что я добавлю, что вот как раз клуб «Визиотон Фехервар», который он возглавлял, он абсолютно был сербским, просербским последние 4 года, несмотря на то, что этот клуб создан, по сути дела, с великого повеления господина Орбана, правителя всей Венгрии на данный момент, все равно туда прошла так называемая сербская группировка, они посадили туда и Николича, и игроков привели, и Данко Лазович там заканчивал. То есть, поэтому, конечно, легко это могло все проникнуть. Да, вы понимаете, что, конечно, утечка могла быть, мы все это признаем с той стороны, поэтому эти данные могут быть объективны. Возвращаясь, наверное, может быть, я жестковато сказал, но все-таки, говоря о Локомотиве именно сейчас, не 3 года назад, там, 4 года назад, когда он был 5-6, и действительно серьезных тренеров было тяжело рекрутировать, даже там, ну, гипотетически. То все-таки, когда Локомотив играет 2 года подряд Лиги Чемпионов и сейчас претендует на 3-й подряд, что давайте все-таки признаем, для Локомотива это огромный шаг вперед. Безусловно. Локомотив до этого играл 1 раз в Лиге Чемпионов. 1 раз за всю свою историю, за 90 лет. Тут он играет 2 раза, не будем говорить, как играет. Играет, уже хорошо. И может сыграть 3-й. Но это прекрасно. Для игроков, для молодых, для команды, для болельщиков. Это огромный шаг вперед. И звать тренера в Лигу Чемпионов – это намного проще. И, ну, я бы не рассматривал тренеров и чемпионата Венгрии просто по определению. Но, возможно, там есть хорошие люди, которые действительно смогут спрогрессировать. Но зачем такой риск?
Ну, возьмите тренера, который знает, что такое Лига Чемпионов. Вспомним нашего с вами знакомого Лучана Спалетти, которого я очень люблю и боготворю практически. Но вот у него же не было этого опыта игры в Лиге Чемпионов. И у него была вот эта проблема. Он опасался выездных матчей. Мы все помним, к чему это потом приводило. Спалетти это привело в плей-офф как раз через выездной матч в Порту, когда поставили автобус, и Малафеев сделал два сейва и пролезли там столько с минимум очков. Ну, не два сейва. Я был на этом матче. Я был. Черный паук. Он метался по сетке. Серый паук. Это величайший матч, я считаю, Малафеева. Это просто фантастика, то, что он сделал. Но еще раз, мой аргумент в том, что если мы хотим играть хорошо, успешно в Лиге Чемпионов, то надо брать тренера, который знает эту атмосферу. Потому что когда ты выходишь на поле, извините меня, в Турции, например, и вот этот ад начинается, и если ты этого не испытывал, то тебе... Выключает из игры на 15 минут минимум. Просто выключает, ты не можешь ничего сделать. Ватные ноги, все. И если тренер этого не испытывает, он не может подготовить игроков. Что с нами случилось в Турции? Мы проиграли, в общем-то, игру равно, абсолютно. Например, Локомотив. Потому что часть игроков не имела этого опыта. Потому что очень опытный тренер. Ну вот что-то где-то вот у него случилось, и он не настроил. Хотя ту, еще раз, группу, я повторюсь, я и считал, и считаю, что мы должны были минимум в Лигу Европы выходить. Когда все закончится, вернемся ли мы к разговорам о переходе Миранчуков из Локомотива в Зенит, в Ювентус, в Реал Мадрид и так далее? Ну, я думаю, естественно, это тема этого лета наступающего. У них, напомню, если я не ошибаюсь, год контракта остается. Это, если сейчас не уходить, то когда уходить? То есть это будет сага новая. Это будет либо переподписание, либо уход. И если говорить об уходе, то ребятам 25 лет, это уже, знаете, это уже не молодые подающие надежды, да, уже они в этом статусе в Европу никуда не уйдут, уже понятно, это поздно, надо было делать это год назад. Для так как могут они вне Локомотива играть где-либо? Ну, конечно, могут, это очень талантливые, безусловно, футболисты. Они прогрессируют. Есть определенная вот сейчас ограниченность или видимая ограниченность. Наверное, им нужна какая-то встряска, вот на мой взгляд, все-таки какая-то смена. Я верю, что они смогут сделать еще один шаг вперед, стать еще более классными, чем они сейчас являются. Последний вопрос к вам. Когда все закончится, что вы сделаете в первую очередь? Во-первых, я сейчас сижу в Москве уже полтора месяца. Это мой рекорд, мне кажется, пребывание непрерывное в этом городе. Я, конечно, съезжу в Питер, но второе, о чем я мечтал, я хотел проехаться на машине по Золотому кольцу. Вот, я не успел это сделать вперед. Я хотел ездить в Углич, в Суздаль. Но успею сейчас, я думаю, возьму машину и так с наслаждением недельку так поезжу, так не торопясь. Это Порто у вас там сзади, да? Вот это? Да, это Порто. Это подарок этого клуба с нашего матча. Вот, класс. UEFA Champions League. 24 октября 2018 года. Город, в который хочется вернуться. Да, безусловно. Хочется немножко лучше там сыграть. Илья, спасибо большое за разговор. Хорошего вам возвращения и классного путешествия по Золотому кольцу. Спасибо. Пишите в нашем аккаунте в Инстаграме и в комментариях в Ютьюбе, кому бы вы еще хотели позвонить через доступные все видеосистемы, какие только есть на свете.